Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дистан, и добро пожаловать в новую серию, да, ты знаешь, что я сейчас скажу, жизни ютубера. И это прощальная серия. Эдисон, ты больше не будешь записывать ролик? Эдисон, это твой последний видос? Эдисон, не уходи с ютуба. Нет, не в том плане прощальное, то, что все, я больше ничего не буду записывать, Эдисон опять куда-то там уезжает. В том плане прощальное, то, что это последняя серия жизни ютубера в Португалии. Следующая серия... А я себе ногу себе сломал. А следующая серия жизни ютубера уже будет из Новосибирска. Поэтому, мелкий, ты готов в Новосибирск отправиться? Только там учитывай, как бы в Португалии можно ходить в труханах, а в Новосибирске так не походишь. А если походишь, то детей больше не будешь иметь, потому что яйца превратятся просто в две такие огромные льдышки. Это так просто, чтобы кто-то знал. Если кто-то собирается в Новосибирск, там 10 пар штанов нужно надевать. Быстро за мной! Быстро! Нужно шмотки собирать, нужно в первую очередь попрощаться... с родителями, потому что как-никак они меня приютили практически на 3 месяца. И... ладно, пошли. Пошли, мелкие. Соберем шмотки, отправ... подожди. Если что, мелкий, все отрицай. Ты не мой сын. Там есть кто-то? Пап, здорово, мелкий, не поздоровайся. Мам, тебе тоже привет. Да, иди сюда, мам, пожалуйста, пройди с нами в гостиную, иди сюда. Нам нужно с вами немножко поговорить. Сядьте, пожалуйста. Мелкий, слезь с дивана, иди сюда. Сядь возле Люси, только не трогай ее, а то опять пнешь, и она тебя случайно укусит за задницу. Господи, как сложно вообще начинать разговаривать. Мам, пап, да ничего не случилось, я просто... Нет, пап, это не мой сын, у меня нет сыновей. Нет, это просто друг мой хороший, мелкий. Он мелкий, его зовут Мелкий, разрешите представиться, вот. Он ходит просто по всему городу, всех веселит, без штанов ходит. Да неприемный он! Какой хороший малыш, да никто не спорит. Да, он не мой, он машет головой, он не мой. Ты не мой мелкий! Я не буду тебя усыновлять, мелкий. Мам, пап, пожалуйста, не обращай внимания на этого мелкого. Ты вообще можешь уйти отсюда, я шучу, просто за Люси спрячься. Он идеальный внук. Он не разговаривает, мам. Он не может быть идеальным, если он не разговаривает. Он зажрался, он просто, прикинь, он мне вчера сказал то, что хочет Гуччи портфель. А Гуччи портфель там стоит 1100. С ума сошел. Надо купить ему. Ага, ну дай мне 100 тысяч, тогда я куплю ему Гуччи портфель. Мне бы кто-то в этой жизни купил Гуччи портфель. Купи мне Гуччи портфель за 100 тысяч. Вот именно, слышишь, порадуем внука. Да успокойтесь, пожалуйста, мы здесь не собрались не для этого. Я уезжаю в Новосибирск. Все. Да не жлоб я. Просто простите меня, честно. Мы с вами уже много раз разговаривали на эту тему. Я 3 месяца нахожусь здесь, в этой Португалии. И за эти 3 месяца мы с вами практически даже не разговаривали. Я иногда себя просто виню за то, что у меня вот такой конченый в какой-то степени график. Я просыпаюсь, записываю ролик, выкладываю ролик, стримлю, записываю ролик, иду спать. И так каждый день. Банально доходит до того, что у меня нет времени поговорить с близкими. У меня нет просто времени, чтобы сказать вам доброе утро, пожелать спокойной ночи. Да я знаю то, что это все мой компьютер, но я не просто реально с целыми днями сижу и задрочу в Майнкрафт. Я это делаю для тебя. Именно для тебя. Да не надо никакой комп... Ты и так уже выкинула мой компьютер, мама. Спасибо большое, я себе новый покупал. Я надеюсь, что я в будущем смогу стать более-менее организованным. И найду время, которое смогу хотя бы, ну, немножко уделить своим близким. Ладно, вы не понимали меня, не поймете, чем я занимаюсь. Простите меня, пожалуйста. Я пойду собирать вещи, потому что мне уже вот скоро уезжать нужно. Поэтому скоро увидимся. Я летом опять к вам приеду. Поэтому с мелким также приеду. Поэтому всего вам хорошего. Мелкого, да, и мелкого приеду. И, возможно, даже Катю приведу, если хотите. Вот. Но там уже как получится, я не знаю. Все, мелко, пошли. Люся, пока. Ёпперэсэте. Люся, да ты заколебала! Да ёхрит бабай, да что с собака? Мелкий, ударь Люсю! Да ты заколебала, ну честно, слово! Мелкий, давай в комнату быстро! Сумасшедшая просто собака. Так, мелкий, сейчас мы с тобой вещички быстренько соберем, все, что нужно забрать. Плойку, в принципе, я тоже заберу. Плойку я сюда привез у себя в чемодане. Плойку я забираю. Золотую кнопку я не беру, пускай она вот, в принципе, здесь висит. Здесь и место. Дальше, что у меня в шкафу есть? Здесь ничего. Здесь.
Но здесь есть нормальный шмот, который можно забрать. Помнишь эту пукалку, которую я у тебя нашел? Ты где ее? А ты где ее нашел? Ты мне можешь сказать, а? Прицел я тоже, в принципе, возьму и секретный сундук. Отвернись, пожалуйста, мелкий, отвернись. Отвернись, тебе нельзя знать пароль. Отвернись и не поворачивайся, пожалуйста. И ты тоже отвернись. Ну отвернись. Ну отвернись. Знаешь, как говорится, любопытной Варваре нос оторвали, а я тебе ухо откушу. Отвернись, пожалуйста, дай мне код вести. Ладно. Подсматриваешь, значит. Мелкий! Мелкий, я тебя сейчас здесь оставлю, никуда с тобой не полетишь. Отвернись, я сказал. Смотри на Роберта Дауни-младшего. Вот на него смотри. Так, быстренько, ну отвернись, пожалуйста. Ага, все, никто не узнал мой пароль. Кого? 300 золотых монет? Откуда у меня 300? Мелкий, ты прикинь, у меня здесь в сундуке еще 300 золотых монет. Подожди, а откуда у меня 300 золотых монет? Господи, это было так давно, когда я приехал в Португалию, то что я забыл, а что я продал, откуда я наварил столько много бабла. 300 золотых монет! Мелкий, отвернись, быстренько! Так это мне хватит буквально, ну на пару месяцев хватит. Так, нормально, 300 золотых монет, мой компьютер и камера джобка G69. Так, 2 алмаза я тоже заберу, потом продам. И здесь у меня права на магазин одежды и права на квартиру. Еще есть скидка 15% на любую машину. Нам нужна скидка 15% на любую машину. Арсений Гонщик же в тюряге сидит. Подожди, а если кто-то заменит Арсения Гонщика и построит там автосалон? А, ну тогда вот эта скидка действовать не будет, потому что это новый автосалон. Ладно, мелкий, короче... Я тебе дам вот эту фигню, подними ее и потом можешь сжечь там, или я не знаю. На туалет пойдешь, попу потерешь. Вот, это тоже хорошо, тоже хорошо. Чему-то эта скидка все же послужит. Ну, в принципе, все. Можем текать из дома. Выключаем свет. Выключи свет, мелкий. Выключи там, достанешь? Оп, нифига. Длинные руки. Достань, вот. Молодец. И здесь тоже можно выключить. Видишь там кого-то за окном? Или только я его вижу? Спрятался, значит. Ты его видел, мелкий? Там кто-то стоял. Смотри, рука торчит. Рука торчит. Ладно, хорошо. Все, в принципе, можем текать из города. Вернемся сюда в июне. Да. Ой, ладно. Мелкий! Мелкий, может выходить никуда не будем? Ты смотри, чья там морда торчит. Да чё ты не пугайся, иди сюда, она уже вроде кусаться не будет. Ну, вроде, я не знаю, это ж Люся. От Люси все можно ожидать. Люся, толкай её. Люся, иди в комнату, всё, я уезжаю. Встретимся с тобой, жопа вредная, чуть позже, через месяцок чем-то. Все, мелкий, потопали. Пока, Люся. Пока, мам! Пока, пап! Где бы вы там ни были? Уже, наверное, на кухне или там в туалете, я не знаю. Пока всем! Ладно, пошли. Давай. Быстро выходи. Пошли. Здрасте. А вы сосед новый? Вы здесь живете? Ага. Пошли, мелкие, пошли, не обращай внимания, бомж какой-то, просто подъездный. Давай. Или подъездный бомж, или у меня какие-то плохие ощущения. То, что это кто-то может быть другой. Сейчас посмотрим. Мелкий, ты видишь то, что... Пока! Пока! Не, подожди, я же с ним на русском разговариваю. Дурак, он же португалец. Как там будет на португальском, я уже забыл. Ателогу! Адеуш! Ола! Ола! Все, пошли, мелкий, неважно, короче. Я с ним просто не знаком, это, наверное, или сосед новый, или фиг его знает. Ты мне когда-то в жизни скажешь, откуда ты эту пукалку нашел? Где ты ее нашел? Мелкий, скажи, пожалуйста. Оттуда? А что там находится? Ладно, потащи, пожалуйста, с собой, только в руки ее не бери, потому что у меня просто банально места в инвентаре нет. Давай, потопали за мной. Пошли, мелкий. Главное, внимание не обращать. И вот эти цветы тоже не собирай. Это запрещенная травка, которую почему-то все в последнее время сажают у себя на огороде. Мелкий, посмотри, пожалуйста, назад. Там сзади нас кто-то идет до сих пор. Я никого пока что не вижу. Мелкий! Мелкий, тика за городу! Быстро! Хотя, подожди, это бесплатные золотые монеты. Как давно уже не был... Ёперес, это... Мелкий! Вали руками! Вали! Я его киркой валю, ты руками вали! Так,
Сейчас там где-то... Да ёпер-СТ. Да, я... Подожди, я не могу попасть! Мелкий, да спаси ты меня, уже заколебал! Мелкий! Фух, быстро, там еще где-то... Текай из городу. Поднимай, что с него... Нифига себе. Так, это еще где-то 5-6 золотых монет. Все, давай сваливаем отсюда. Сейчас я перезаряжусь, потому что еще где-то там могут быть бандиты. И текай ему с городу! Дай пушку, быстро. Все, пошли. Если увидишь еще где-то бандита, сразу ори. Я вижу еще одного бандита. Как ты думаешь, смогу ли я зацелить его отсюда? Ля! Что-то выпало? Давай пистолет. Опа, еще что-то выпало. Пойдем сначала к бомжаре, потом забежим к контрабандистам. Нужно продать им вот эти все пушки, которые мы только что выбили. Там реально где-то 7-8 золотых монет. Купим тебе... Подожди! Как я давно не видел ходячие золотые монеты. У меня полсердечка. Мелкий, спасай! Мелкий, спасай! Опа! Поднимай, что с него там выпало. Поднимай. А почему так... Я что-то ничего не понимаю. А почему в последнее время так много контрабандистов новых появилось? Поднимай давай все. Быстро поднимай. Там уже где-то 10 золотых монет. Пошли. Сначала к бомжаре забежим, потом нужно будет еще пойти в ресторан. Мелкий, ты скажи честно, ты соскучился по ресторану? Вот ты даже не представляешь, как я его повторно хочу открыть. Мы его уже закрыли примерно 1,5-2 месяца назад. Да магазин этот одежды даже проклятый. Вообще время... Подожди. Званый ужин! Он опять за нами следит. Иди сюда. Званый ужин, который я хотел строить. Помнишь, после выборов... Ты чё, живодёр мелкий? Ты куриц... Да, ты... Подожди, сейчас попаду. Вот как с ними надо, а не просто их за перо дрюкать. Да, иди сюда. Ты помнишь то, что после выборов я хотел сделать званый ужин? Я вообще про него забыл. Бомжар уже подстрелили тогда. И что потом? Вообще времени банально на это не было. Поэтому я хочу открыть ресторан, чтобы накормить весь город. Обернись. Я один там вижу? Или ты тоже это видишь? Бомжара дурак или я не могу понять? Ты понимаешь, что я тогда пошутил, когда ему сказал, что он построил памятник Святой Шавухи? Он реально построил памятник Святой Шавухи? Бомжара, ты дебил! Святая Шавуха, значит, да? Смотри, да, там у нас, вот здесь, там у нас и помидорки, здесь у нас и листья салата, здесь курица торчит, а здесь вообще у нас огурец огромный. Че это за дичь так? ЁПРСТ, да вы отстанете когда-то от меня в этой жизни, мелкий, спасай! Ля, какой ты молодец, все же мелкий. Я тебя реально когда-то там недооценивал. Он мне реально задницу даже банально сейчас спасает. Так, давай быстро за мной. Быстро. Все, давай потопали внутрь, к бомжаре. Спросим, почему бомжара шавуху такую огромную построил. Посмотрим, следит за нами кто-то или нет. Следит. До сих пор следит это усатый партизан. Да, давай быстро, иди сюда, заходи. Мелкий, ты знаешь, кто это вообще такой? Он смахивает на какого-то шпиона, то ли детектива, то ли шпион, то ли я не знаю. Первый раз его вообще вижу. Так, бомжара. У нас влиятельный молодой человек. Все, давай. Да, вот это. Можно? Бомжара! Все, давай. Здорово, бомжара, короче. Ты дурак! Ты зачем эту шаву? Слушай, да, подожди, это ты меня слушай. Бомжара, ты дурак, иди сюда. Да не до этого сейчас. А до чего сейчас? Ты на весь город построил самую огромную шавуху в мире. Ты вот, я пошутил, когда сказал, чтоб ты огромную шавуху построил. Это шутка была, понимаешь? Юмор есть такой, юмор. За тобой слежка. А ты откуда знаешь? Подожди. Какая слежка? И откуда ты знаешь, что за мной сейчас кто-то следил? Мы просто с мелким добирались от моего дома сюда, и за нами какой-то черт усатый всю дорогу следил. Всю дорогу просто за нами шлялся. И мы с мелким до сих пор не поняли, кто это такой. У меня свои связи, мне сообщили. Сейчас, мелкий, там есть кто-то? У тебя есть пистолет? Ему око правое прострелить. А ну да, выкинь, дай.
отсюда! Ой, я его убил, походу. Мелкий, я его убил? Или... Извините! Я, извини... Ёб твой... Ну ядрит ты колотит, сейчас опять ментура придет, сейчас опять... Сейчас опять 200 золотых монет просру, как в предыдущей серии. Вот в предыдущей серии та же самая фигня была. Я где-то косякнул, потом меня в тюрягу отправили. Вот, в предыдущей серии тюрягу новую построили. Вот она. Ёханы бабай, сейчас опять кто-то придет, сейчас опять меня в тюрягу посадит. Да что ж, забери свой пистолет, мелкий. Зачем ты мне его вообще дал? Я пошутил. Я ничего не понял. Какая слежка? Откуда ты вообще... Ай ты, бомжара! Ай ты! Ай! Ай! Анжелика! Подъем! Анжелика! Доброе утро! Бомжара, мы, наверное, зашли не вовремя, да? В тот момент, когда они должны были заходить. Ты, походу... Почему у тебя мадама на полу спит вообще? Я ничего не знаю. А, ну Анжелика просто шла, зашла в твой кабинет, кабинет мэра, да, зашла, споткнулась об ковер, споткнулась, упала и уснула, да, бомжара? Я недавно пришел, ну да, а в твоем тут кабинете девушка... Мелкий, слезь с бутылки, пожалуйста. Слезь с нее, и не надо на нее больше залезать. Ага, хорошо. Ай, значит, у вас вот эти, да, вот эти самые, да, вот это, ну, короче, друньки-пупуньки, да, у вас? Ну, влюбились, да, вот это, шпильки-дрильки, а-та-та, а, ну, вот это, да, шмалки-моталки каждый день устраиваете, да? Ай, бомжара, а ты вообще знаешь, что у нее сын есть? Ну, если ты готов быть отцом, в принципе, я поздравляю тебя и Анжелику. Анжелика, вы будете хорошей парой. Вот тебе это, и ты ничего не знаешь. Ля. Сколько? Сколько он? Дай сюда, мелкий, мне сейчас бабла нет. Давай, сколько? 5 золотых монет! Мелкий, мы закрываем глаза, мы не видели то, что бомжара кукарачил вот эту... Мы ничего не видели, мы ничего не знаем, хорошо, хорошо, бомжара. А что с этим-то делать? Вот реально, может, морг вызвать или... Ах ты ж... Мелкий, у тебя есть еще один пистолет? Мелкий, есть еще один пистолет? Я ему сейчас реально кое-что прострелю. Ладно, нужно выяснить, кто он такой. Все, убери пистолет. В общем, бомжара, давай, мы потопали. Давай, удачи тебе. Короче, слежка. А кто за мной следит? Кто его послал? Ты его вообще знаешь? Он нанят на человека, который стоит выше всех нас. Ладно. Мелкий, спрячь пушку. Спрячь пушку! Подожди, это мой... Это мой калаш! А ну быстро отдал калаш! Да, мелкий, отдай калаш! Я реально забыл то, что я тебе калаш дал. Дай калаш, а то у меня вообще никакого оружия нет. У меня везде патроны закончились. Сколько? 27 патронов. Ну, нормально. Все, бомжара, давай, мы потопали, удачи тебе. Спишемся уже тогда, когда я приеду в Новосибирск. Давай, все, потопали. Ты смотри на него, где он, куда он уже пропал? Мелкий, короче... Нам нужно быть аккуратными, потому что я... Подожди, это походу менеджер, мне кажется. Это менеджер нанял вот этого шпиона, чтобы он за мной следил. Потому что менеджер сказал, он же вернется тогда, когда закончатся выборы. Вот выборы и закончились. Или это менеджер, или это еще кто-то. И я не решил с бомжарой, почему он построил вот эту шавуху. Святая шавуха. Ну, родила мамка дурака. Дураком и вырос. Бедный бомжара. Так, подожди. Нужно проследить за вот... Ты видел, куда вот этот шпион побежал? Потому что я не видел. Давай сейчас мы его попытаемся найти и за ним проследить. Только тихо. Смотри, пишет. Давай быстро за ним, давай. Делаем вид, что мы не за ним бежим, а просто куда-то там. Оля-ля-лешки, маташки. Какой хороший день, ты видел? Видел, какой хороший день? Вот там голуби пасутся. Или голуби пасутся? Ты видишь, где он? А, вот, потопал. Давай за мной, мелкий. Вот смотри, идет направо. Давай, пошли. Сейчас мы вычислим, где он. Подожди, калаш я в руку на всякий случай возьму. Если мы его сейчас где-то прикроем, вот ты тоже, да, пуколку. Ну, можешь, да, можешь вот ту огромную пуколку. Или рогатку, да, вот сразу лучше рогатку. Просто в глаз ему запиндюешь, глаз выбьешь. Он пошел направо. Вот сюда. Эй! Давай за ним быстро, он сюда пошел, там тупик, там где бомжары живут. Иди сюда, сволочь! Иди сюда! Подожди, я ничего не понял. Ты... Чё за человек-аномалия? Куда он пропал? Посмотри в мусорке, посмотри в сундуке. Куда он мог пропасть?
Подожди, он сюда зашел? Да нет, сюда он не мог зайти. Куда он? Здесь есть кто-то! Может, в подвале? Нет. Да здесь все здания заброшены, их уже продают, я не знаю, сколько тысяч лет. Здесь никто не живет даже. Здесь есть кто-то, нет? Если есть, отзовитесь! Здесь никого нет, мелкий. Куда он пропал? Ля, смотри, Спайдермен какой-то! Это, походу, он паутину оставил. Сразу и куда-то наверх Я ничего не понял. С этим дебилом мы еще разберемся. Аж небо заплакало. Быстро за мной, мелкий, быстро за мной, быстро за мной. Я хотел сейчас посидеть нормально. Давай, давай сюда под навес, иди сюда, иди сюда. Мелкий, ты понимаешь, то, что через несколько дней я вернусь вот сюда. Я здесь не жил 3 месяца. 3 месяца я не видел свой дом. Спасибо всем, кто меня поддерживал все это время. 3 месяца просто пролетели, ну реально незаметно. Я даже не успел заметить, чтобы эти 90 дней вот так моментально. А всего лишь недавно, мы несколько дней назад были в Новосибирске, я записывал ролик о том, что нам с Катей нужно будет расстаться на целых 3 месяца. Они уже прошли. Я записываю этот ролик сейчас в эту секунду, а через 2 часа я уже должен выезжать в аэропорт. Поэтому скоро и новый сезон Нубика. Да, и влоги с Катей, и стримы с Катей. И вот сама Катя, вот она, кукует на вас. Мы на этом закончим прямо сейчас. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. И ты знаешь, что нужно делать. Лепи огромнейший лайкукос прямо сейчас, если хочешь видеть новую серию как можно скорее. Если все же его влепишь, я обещаю то, что новая серия выйдет как можно быстрее. Хоть завтра! Все зависит от тебя. Спасибо тебе еще раз за то, что остаешься со мной. Спасибо тебе еще раз то, что ждешь новые ролики на моем канале. И спасибо тебе еще раз за то, что остаешься перцем. Таким же перцем, как и все, кто прямо сейчас смотрит этот ролик. Всем удачи и всем пока!